Я хочу пригласить на эту сцену генерального директора Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», заслуженного деятеля искусств России, президента Союза национальных, народных, профессиональных, творческих коллективов России, доверенное лицо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Джамбулата Мусаевича Магомедова. Всем добрый вечер, салам алейкум. Можно в зале свет? И, пожалуйста, не уходите никуда. Мы так за вами соскучились за все это время пандемии. Давайте в зале, пожалуйста, полностью. А я еще раз попрошу аплодисменты. Хочу представить Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Оркестр, вы сегодня слышали, как он звучал. Оркестр ансамбля «Лезгинка». Спасибо, спасибо. Я хочу, чтобы мы поблагодарили всех тех, от кого в немалой степени зависит наш успех. Но мы их не всегда видим на сцене, мы вообще не видим на сцене, но их работа очень важна. Художник по свету, заслуженный работник культуры России Александр Маркевич. Ваши аплодисменты. Режиссер по звуку Руслан Рамазанов. Картинку видеоряда нам сегодня обеспечил Ной Пушарин. Спасибо. Ведущий сегодняшнего концерта нам всем очень комфортно работает. Мы работаем с ним не только в Махачкале, мы работаем и по России. Это, конечно же, наш любимчик, заслуженный артист Дагестана, пока еще Дагестана, Марат Тимохин. Спасибо. Сегодня вот, бывают моменты, когда, к сожалению, ты должен это обозначить, но это не значит, что мы с этими людьми расстаемся. Это значит, что мы не будем гордиться, сколько они будут ходить по этому свету. Это гордость нашего ансамбля, которые сегодня нам говорят, мы заканчиваем. Заканчиваем, но жизнь продолжается. Народная артистка Республики Дагестан, которая имеет колоссальное количество наград, и, наверное, нету на планете зала, где ей бы не аплодировали. Ее называли королева сцены. Богиня – это наша, конечно, народная артистка Магомедова Евгения. Евгения Викторовна, иди сюда, иди сюда. Ваши аплодисменты. Все три дня она с нами. И если я хочу под ваши аплодисменты сюда пригласить Ибрагимова Имана Адиловича, народный артист Дагестана, заслуженный артист Азербайджана. И мальчик, это тебе все аплодисменты. Карбаев Шамин, Газиевич, народный артист Республики Дагестан. Шамин. Спасибо, спасибо. Вы знаете, пандемия, теперь уже все эти возможные санкции сделали невозможным выступление нашего коллектива, и были сорваны гастроли по Латинской Америке и по Европе. Наверное, мы где-то переживали. Но когда мы начали ездить по стране, по дальним-подальним уголкам, не только по центральным городам, мы поняли, какая она великая, наша Россия! Какое счастье, что мы сейчас работаем перед нашим российским народом. То, что мы эту возможность имеем сегодня и посещаем, и узнаем всю нашу страну, это великое счастье. Но самые ответственные концерты, к которым мы готовимся как никогда, это, конечно, вы, дагестанский зритель. Наша родина, наша земля, ваши глаза, ваши сердца, ваше тепло, которое нас заряжает и приумножает славу этого коллектива. Мы сюда приехали вот за день до выступления, проделав 6 тысяч километров на автобусе. Мы не испытываем
мы заряжаемся от вас, и нету выше счастья, чем выступать у себя на родине. Вот на этой площадке в Русском театре и чувствовать ваши аплодисменты. Вот если вы скажете еще полтора часа будет концерт. Спасибо, что вы у нас есть. И самое большое счастье, то, что больше... Спасибо большое. Самое большое счастье – это то, что по инициативе ребят, не по моей инициативе, абсолютно, большая часть средств, которые выручены от концертов, значит, и ваш вклад есть, они пойдут в поддержку СЕМа, тех героев, которые сегодня на передовой защищают и достойно представляют Россию. Сегодняшний концерт, завтра у них будет как вдохновение на всех флешках, на видео. И вдохновлять их для того, чтобы мы отстояли мир, растоптали этих фашистов и жили мирно. А вам всем мы хотим сказать, мы вам хотим поклясться, что Лезгинка всегда будет достойна нести знамя великого Дагестана. Всегда будет достойна представлять наш великий народ. И брать новые творческие высоты. И не могу не сказать. Буквально мы сегодня работаем невероятное вдохновение, потому что 65 лет нашей мечты, вот здесь ветеран, они сейчас плачут. 65 лет нашей мечты. 20 декабря мы будем реализовывать эту мечту благодаря Сергею Алимовичу Меликову. Лучшая репетиционная база России строится на берегу моря для ансамбля «Лезгинка», где будут заниматься 500 детей, где будут великолепные условия. И мы, естественно, будем вас радовать новыми танцами, новыми победами. А мы хотим сказать, нет больше счастья, чем родиться в Дагестане, чем дышать этим воздухом и чем служить вам. Великий Дагестан, великая Россия!